А вы бьете рукой сразу, серию добавьте. Ручки держите хорошо, кулаки близко друг к дружке, не держите, пошире. Каждая атака блокироваться должна и отвечаться тут же. Один удар противник кинул, сблокировали, тут же контратаку ему всадили. Два удара, ушли в сторону. Сорок шесть, сорок семь. Навстречу. Ты сделала, когда она стояла. Можно навстречу это сделать. Хаджима, хаджима. Вот здесь вот у нас, когда... Аришка, смотри, как дерутся, какие техники используют. Коля, блокируй каждый удар. Неважно, больно тебе или нет, вырабатывай рефлексы. Плюс к этому ты показываешь техничность выполняемых действий. Оп, яме. Живой? Да. Точно? Понял, почему руки надо держать? Близко держишь, ударилась рука, как бы она провалится и влетит. То есть Кирюха становится опытнее, как бы учитесь с передней ноги бить. Продолжаем. Минут 30 секунд прошло. По минутке, коротенький. Противник рук голову опускает. Ой, руки опускает, все. Зафиксировали, ждем момент, как бы ему дать. Выводим на то, чтобы дать ему туда в голову ногой. Побили посильнее лоу-кик, он привык, что там больно, блин. А потом раз, и туда же ногу ему в голову закинули. Резко, Аня, остановись и просто стой, и просто защищайся. Защищайся каждый удар. Раз, раз, раз. Хоп, а в сторону ушла, как бы. То есть меняй тактику защиты, не все время одна и та же. 35 секунд прошло. Чтоб она не привыкла и не выучила. Противник очень привыкает и учит, как бы, очень сильно так вот, что происходит. 49-50, 10 секундочек. Тут же остановили поединок, без ударов, вышли. Ос, ос. Каматы. Хаджимай.
Атаку сделай, назад не отходи, чтобы снова атаковать. Дави до конца, выдавливай прям ударами с татами. Татами это вот то, где ты ходишь. На красное это вот выдавишь 5 раз, победишь сразу же. А она пусть учится как бы не выходить, уходить в бок. Ну, со всеми остальными справиться. Одна минута. Кирюха защиты у нас, да. А мы смотрим и решаем сегодня, что изменилось. Как можно назвать то, что мы видим? Что посоветовать? Что у себя убрать из этого? Каждый удар блокирую, неважно, слабый, нет. Когда блокируешь, ты даешь понять то, что ты опытный воин, ты техничный, мастеровитый такой. Десять секунд, концовочка, посильнее, побыстрее, помощней. Ямы. Сразу же каждый на свое место возвращается. Аришка туда-туда. Где вот начинала поединок? Вышла. И Кирюха, покажи, как встать надо. Ручки поднимаешь. Ос, перед собой. Вот таким вот образом.